OMTV.ua. Про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Привіт і слава Україні! Да, російська риторика сильно змінилась. До этого вони виганяли болгар із Болгарії, румын із Румынії, ну і НАТО на рубежі 97-го года. Почему болгар і румын виганяли? Ну, потому что они и есть членами НАТО, и им предлагали убраться из своих стран. Так вот, риторика наших агрессивных соседей очень сильно мутировала. Тут есть мнение, что жесткий ответ НАТО и Соединенных Штатов, ну и плюс ленд-лиз военный для Украины, многим начал проветривать мозги и начали звучать заявления: «Нет-нет, вы не так нас поняли, мы не оккупанты». Или, короче, подписывайтесь на мой YouTube-канал, я вам такое сейчас расскажу. Меня зовут Роман Цымбалюк, называем здесь вещи своими именами. Короче, однажды брифинг пропустила Мария Владимировна Захарова. Это голос России. И вместо нее пришел ее клон. И что? Сказал правду? И более близкий к нам регион – ситуация на Украине. Прошедшая неделя с убедительной ясностью показала искусственность внутриукраинского конфликта, который нагнетают отдельные западные страны. Правдивое слово здесь одно – искусственный конфликт. Но нет для него причин. Точнее, не так. Уже есть, уже пролита кровь. А в 2014 году не было. Когда граждане Украины услышали повод для вторжения, защита русских и русскоязычных, здесь офигели все от такой тупости и наглости. Ну и сейчас, конечно, даже официальный агитпроп России эту опцию не используют. И знаете что? Когда запахло реально жареным-жареным, ну, танкистам, после попадания в башню Джавелина, то здесь вспомнили о братских народах. Стараясь рассорить исторически единые народы России и Украины, а также создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами Евросоюза и Москвой. Единый народ, братские народы. Дмитрий Сергеевич Песков говорил, что это синонимы. Единственное, непонятно, как же так могло получиться? Может быть, Владимир Путин, он шпион? Шпион США шпионит в интересах Америки. Ведь это он дал приказ использовать российскую армию против Украины. Это он дал приказ атаковать. А получается, что это все для западных стран. И об этом говорят теперь в российском МИДе. Убеждены, что без западной так называемой помощи конфликт на востоке Украины уже давным-давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти в Киеве националистов, скорее всего, не было бы. Единственная проблема, что никак не может определить, а где националисты в Киеве? Когда они пришли к власти? Где они? Говорят, что был поезд дружбы для того, чтобы украинизировать Крым. Лавров об этом, как попугай, повторяет и повторяет. Начальник вот этого молодого человека. Но прошло столько лет, и ни одного человека с билетом на этот поезд так и не нашлось. Но что он нам тут рассказывает? Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе. Число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось, о чем свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вот это второе слово правды. И я вам тоже говорю, что несмотря на все эти информационные взрывы, на линии фронта затишье. Ну да, есть жертвы, есть раненые, это правда. Но интенсивность боевых действий близка к нулю. Правильно? Правильно. Кто об этом еще говорит? Украинская сторона говорит. Андрей Ермак в
Париже об этом говорил. Кто говорил еще об этом? И та напряженность, та эскалация, которая там наблюдается на границах вокруг Украины, и деэскалация, которая сегодня, кстати, на линии соприкосновения с конца декабря, благодаря инициативам представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области, хоть они не очень последовательны, но Украина поддержала это все, но тем не менее сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса. Это отмечает прежде всего Донбасс. Но это разные вопросы, и мы эти вопросы не обсуждали. Еще раз. На линии фронта затишье. Об этом говорит и Дмитрий Николаевич Козак. Это куратор оккупированного Донбасса, а по совместительству еще заместитель главы администрации президента России. Большой человек в России. У него машина с мигалкой. И в бункер он не хочет. Смотри предыдущее видео. Однако, что мы видим? В МИД России, в администрации президента России говорит, что стопе, стопе, братские народы. А кто говорит еще про братские народы? Наши беседы переводили на европейские языки и мировые и показывали на Западе, чтобы их немножко успокоить. Вот чтобы эта истерия немножко подспала. Такое ощущение, что они ставят главную задачу – это столкнуть братские страны и народы в братоубийственной жуткой войне. Ой, и Геббельс, простите, Владимир Рудольфович Соловьев тоже вспомнил братские народы. До этого он называл Зеленского нацистом, а нас фашистами. И они конкурировали с собой, как же обозвать украинцев, как обосновать наше уничтожение. Ведь стрелять в братьев то как-то не очень, а вот фашистов самое то. И тут получается, как только Украину, ну как минимум не оставили один на один с этим соседом, да, то и братья опять появились. Кто же нас хочет поссорить? И желающих нас поссорить оказывается достаточно много, и кремлевские старцы об этом тоже говорят. Золотая мечта англосаксов – стравить русских на границах России и Украины. Я считаю, русские, украинцы, белорусы – это один народ с одними победами, историей, верой. И тот, кто предлагает нас столкнуть там, тот сам преступник. Мы должны все сделать, чтобы не идти по этому пути. Следует отметить, что Геннадий Андреевич Зюганов, он немножечко уже в этом преклонном возрасте, возможно, что-то путает. Потому что он говорит, что преступник тот, кто хочет столкнуть Украину и Россию. На кого-то вы намекаете, Геннадий Андреевич? Так это же ваш вождь, ваш президент. Это же он сделал. Ну, справедливости ради, Геннадий Андреевич это все поддерживает, поэтому он говорит, чтобы не было войны, нужно напасть на Украину и зафиксировать, это, признать республики. Ну, оккупационной администрации. Тоже мне напугали ежа. Угу. Украинского ежа напугали российской голой, вы догадались.